Друзья, всем добрый вечер и всех приглашаю на вечернюю болталочку. Комары кусаются, но это не беда, друзья. Можно побрызгаться. Я уже побрызгалась, но все равно кусаются. Ребята, я сегодня почистила малину. Смотрите, какие яблоки собрала. Яблоки прям чудесные. Ну, наверное, сейчас еще, может быть, соберу ведро. Ну, а на дереве уже яблок нету. Все яблочки уже попадали. В общем-то, яблоки в этом году такие прям сочные, большие. Ну, видать, влаги им хватило. Влаги им хватило, а нам было в переизбытке. Ну что, идем, друзья, смотреть, что я тут натворила. Ну, я до сих пор бочку жгу. Жгу бочку. Решила малину пожечь, пока у меня время есть. Вот. И занимаюсь вот этими делами. Ну что, смотрите, смотрите, ребята, они оживают. И все-таки я такая молодец, что не бросила это дело. Посмотрите, как они ожили, как они цветут. Ребята, ну они же вот, видите, я же их полностью скорнала. Вон, даже вот эта сурфиния, и то такая противная. И пэшины, посмотрите, пэшины зацвели. Кайдалчири тоже подкормила сегодня. Вот. Огроменный, огроменный куст, ребята. Посмотрите, какой он огромный. Вот. Все цветет, друзья, все. В такой степени хорошо в огороде. Смотрите, клубничку тоже обрезала. Она прям тут же, вон, эти листики стала пускать. Вот даже эти белые, и то воспряли духом. Посмотрите, цветут, цветут. А вот здесь... Здесь хлорозит, надо железом подкормить. Железо куплю, может быть, подкормлю. Вот, смотрите, тайдал сильвер тоже ведь под корень все обрезала. Конечно, есть там черные листочки, не спорю. И здесь тоже цветет. Смотрите, черри. Черри цветет. Ну вот, всю малину обрезала, ребята. Малину обрезала по забору. Вот хризантемка цветет. Тоже красавица. Ну и эти мишки, плюшевые мишки желтые. Вот, все, все цветет. Ну, в общем-то, если потрудиться, как говорится, и не опускать руки. Вот даже гибрид, смотрите, пустил листочки. Ну, конечно, от моего упорства, наверное, тут дурак даже мертвый воспрянет. Смотрите. Вот, все как бы. Начинает цвести заново. Вот черные. И то у него есть. Вот надежда. Гортензии стоят. Полила я сегодня их монокалифосфатом. Ребят, смотрите, какие желтые гладиолусы красивые. Муравьишки сидят. Фу. Так, а здесь гладиолус свалился. Колиус придавил. Ну вот, в общем-то, такая красота. И эта роза цветет. О, сильвер какой. Какой сильвер. Как его обрезать даже? Я даже не знаю, как его обрезать. Огроменный сильвер. О, какой. Один корень. Ну, вот такая небольшая прогулочка. Ой, блин, комары кусаются. Так, бочка у меня еще горит. Ну что, пойду соберу еще, наверное, ведро яблочек, чтобы, ну, конечные жалко же, чтобы пропали. Вот. Ну, всем, ребята, и закат. Закат красивый. Ребята, всем хорошего вечера. Друзья, еще пока не спим. Не спим, время еще рано. Так, а у меня ничего не оказалось к чаю. Друзья мои, и поэтому здесь у меня масло сливочное, остатки сметаны домашней, 2 яйца, сода, мука, сахар. Так, вроде все, да. И, короче, я сюда тонко-тонко накрошила яблочко. Ребят, не знаю, что получится. Ну, видела такие, как лепешечки с яблоком. Ну, типа как печеньки. Противень застелила бумагой, спрыснула маслом. И, короче, буду выкладывать. Ну, прям вот так вот, таким образом. Так, одной рукой никак, короче.
Короче, положу, покажу.